Всем привет! Алиса Аршавина, страдающая от тяжелого недуга, заверяет публику, что не рушила семью Андрея с Барановской. По словам Алисы, футболист сам ушел от избранницы и просил ее избавиться от еще не родившегося третьего ребенка. Андрей полюбил Алису, еще когда находился в отношениях с Барановской. На тот момент брюнетка жила в браке с довольно обеспеченным человеком, бизнесменом Алексеем Казьминым, который был готов даже простить ей интрижку с футболистом. Но Аршавин принял решение добиться Алисы, и даже третья беременность Юлии не стала тому преградой. «Когда я уходила от первого мужа, не чувствовала себя виноватой. Мне не было стыдно перед Барановской. Когда я спрашивала Андрея о ней, он отвечал, что дело не во мне, и он бы все равно ушел», — разоткровенничалась Аршавина. Когда Юлия забеременела в третий раз, Андрей сказал ей, что ребенок будет на ее ответственности. Он не хотел этого малыша. Андрей просил Юлю прервать беременность, пока это было возможно. В итоге Аршавина во многом повторила судьбу Барановской. В 2019 году брак брюнетки и футболиста со скандалом распался. Алиса осталась одна с тремя детьми на руках. Расставание с любимым человеком негативно отразилось на здоровье Алисы. Она серьезно заболела и буквально лишилась своего лица из-за аутоиммунного некроза. «Сейчас я думаю, за что мне такие испытания? На мне же живого места нет. Я же давно искупила свою вину», — заявила Аршавина. Алиса принесла извинения детям, которым не смогла обеспечить хорошее будущее, перед бабушкой и мамой, переживающими о ее самочувствии. Также Алиса ответила хейтерам, которые уверены, что женщина, отбившая Аршавину у Барановской, заслужила подобной участи. «Многие считают, что это бумеранг или карма, но я за все грехи заплатила сполна». Поклонники призвали Алису не сдаваться и не опускать руки. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!